в Калининграде плюс 6, и уже все растаяло. Иду по Невскому. Иду по Невскому. Уже снега нету практически. О, опять строят. Хотят застроить вот весь этот пятачок. Построят здесь большие дома, человейники для людей. Да. А здесь сносят все. Все постройки сносят. Что-то будет. Хотят там все построить. На выезде из города. На Невского. На этой заправке солярка 5379. А на Сургут нефтегаз 5505. Такая разница. 1,5 рубля. Почти. Улица Герцена. Сохранившимися домиками немецкими. Такая вот улица. Домики. Это МЧСники, поисково-спасательный отряд. Поисково-спасательный отряд. Это дорога к переходу к пешеходному на станции Кутузова-Новая. На ту сторону перейду и вот будет уже Невского. Улица Александра Невского. А это, ой, моя поликлиника находится на первом этаже пятиэтажки. Конечно, такое уникальное явление, уникальное. Там теснота внутри, очень, очень тесно внутри, в общем, так скажем. Ужасная поликлиника, ужасная. Завершаю путешествие лавкой Бахуса. Вот такой вот конец будет, счастливый.